Теперь о Пушкине, друзья. Да-да, о Пушкине, об Александре Сергеевиче. Обычно о нем вспоминают либо на школьном уроке, либо в программах типа «Что, где, когда». И еще фамилии Пушкин типично отвечают на типичный вопрос. Ваш любимый поэт. Именно про Пушкина, по-моему, на его 200-летие придумали несколько ироническую фразу. «Наше все». «Наше все». Хотя эта фраза относилась не к самому Пушкину, а к стране, у которой есть нефть, газ и Пушкин. Все. Остальное идет с трудом, так скажем. Что касается самого поэта, то в России любят праздновать его круглые даты, но мы сейчас отметим не круглую. Пушкину 213 лет. Как известно, гражданин Пушкин был невыездным, так бы сказали сейчас. Причем невыездным по политике. Однако, что он смог изъездить, все изъездило, эти места, употребим такое слово, освящены его присутствием и волшебными стихами. Был он и в Грузии. О Пушкине в Тифлисе мой коллега Игорь Оболенский. О Пушкине, которого не случайно называют «наше все», сказано, пересказано, написано, перенаписано, и я все равно попытаюсь рассказать о нашем все то, что, возможно, не очень-то известно. Это будет история о Пушкине в Тбилиси. Пушкин приехал в Тифлис 26 мая 1829 года. Он, собственно, приехал на 2 дня, но остался здесь на 2 недели. Так бывает со всеми приезжими. Мы приезжаем на месяц, а остаемся на год. Так вот, когда Пушкин приехал, здесь было очень-очень жарко. И поэтому Пушкин даже название Тифлиса перевел как «жаркий город». Хотя уж если говорить строго по грамматике, то «тбили» в переводе на русский означает «теплый». Пушкин писал: «Тбилиси лежит возле Куры среди гор, которые, раскаляясь на солнце, кипятят воздух». Кипятят воздух. Для меня, кстати, это стало одним из объяснений, правда, иногда бывающий чересчур жарким воздуха в Тифлисе. Так, конечно, писать мог только Пушкин, но самые его известные строки о Грузии – это, наверное, «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальных». Ну и, конечно, на холмах Грузии лежит ночная тьма. Пушкин въехал в Тифлис по улице, которая потом носила, да и сейчас носит имя Пушкина. Кстати, вот интересно, что сейчас весь город реставрируется, особенно вот улица Пушкина, сносят дома, наверное, будет ставить что-то новое, более красивое. И вот на одном из домов сохранилась табличка, где написано «Улица Пушкина» и даже прежнее название города – Тифлис. Но главным напоминанием о Пушкине, конечно же, является вот этот памятник, который располагается в сквере, носящий имя, ну, конечно же, Пушкина. Памятник был поставлен в 1892 году. Это работа скульптора Феликса Ходоровича. Вот удивительно, 55 лет прошло к тому моменту со дня гибели Пушкина, а это был всего лишь 5-й памятник поэту на территории бывшей Российской империи. Первоначально Пушкин смотрел на Духан, в котором, по легенде, он любил бывать, пил грузинское вино и вообще проводил много времени. А потом уже его перевернули и поставили лицом к Тифлисской духовной семинарии, где учился Сталин. Сейчас здесь находится музей искусств. Никакой связи, конечно, между Пушкиным и Сталиным нет и быть не могло. А вот с Лениным такая связь была. На собрании сочинений поэта 1912 года можно увидеть фамилию «Редактор В. Ленин». Но это был не вождь мирового пролетариата. Просто у издателя Сытина была дочь Лена, и именно ее фамилию он использовал как псевдоним, который и стоит на собрании сочинений Пушкина. Сегодня стало общим местом говорить о том, что вот, мол, в Грузии Пушкина забыли. Но я не думаю, что это так, потому что те, кто любит стихи, они все равно читают Пушкина, ведь поэзии без него не существует. А тех, для кого Пушкин является всего лишь вот этой фразой «наше все», таких людей хватало и раньше. Мне рассказали такую историю. В 80-х годах приехала группа туристов из Москвы. И одна женщина, увидев памятник Пушкину, почему-то приняла его за надгробие и сказала: «Я не думала, что Пушкин похоронен в Грузии». Мимо проходил какой-то мужчина, грузин,
И он остроумно заметил: да-да-да, Пушкин похоронен здесь, а Ленин вот здесь. И указал на тогдашнюю площадь Ленина, это нынешняя площадь Свободы, на которой возвышался памятник Ленина. Хотя отчасти Пушкин и правда похоронен в Тбилиси, равно как и в тысячах других мест, где живут его почитатели. Пушкин там, где мы. И чтобы так было всегда, не нужны ни памятники, ни лозунги. Ведь музей существует не тогда, когда он открыт, а когда в него ходят люди, когда он нужен. Музей Пушкина будет открыт всегда, пока мы живы, потому что он в наших сердцах. Игорь Оболенский, Екатерина Минасян, специально для программы «На пике событий».